Всем привет, друзья, с вами Барат. Сегодня у нас видосик в Сампе на моем сервере World of Truckers, мир дальнобойщиков. Короче, друзья, сегодня у нас конкурс на две тачки марки Bullet. Одному победителю я уже выдал, сейчас вы это увидите, увидите сам конкурс, увидите, кто выиграл. Ну а для начала, друзья, давайте заспавним несколько грузовиков. Я спавню эти грузовики для новичков. Так. Спавню я артешки, друзья. Это топовые грузовики, самые лучшие, самые быстрые, что есть на сервере. Четыре грузовика я заспавнил, друзья. Давайте теперь заспавним несколько буриток. Вот первый победитель уже катается на своей булке. Все, друзья, топовый транспорт мы заспавнили. Думаю, новички оценят. Ладно, сейчас выполним какой-нибудь рейс, друзья. Друзья, я прибыл на компанию Los Santos, принадлежит она мне. Давайте выберем какой-нибудь рейс. Кстати, я немножко простыл, так что извините, если что не так. Введем команду Org. Так, шоколад, консервы. О, Павловск, Байсайд. Ну что, хороший рейс, довольно длинненький. Принять. Закрыть. Ну что, друзья, сегодня у нас воскресенье, 16 число. Пришло время конкурса. Давайте разыграем, друзья, два автомобиля марки Bullet. Первый конкурс это у нас на YouTube под видео. Это по комментам. Так, открываем комменты. Комменты есть, хорошо. Копируем ссылочку на видео. Заходим на сайт. Я уже проверил сайт. Сайт работает, все красиво. Вставляем ссылочку. Ну что, друзья, поехали. Так, и выигрывает парень с ником MetaGame. Поздравляю тебя, сегодня на твоей стороне бог рандома. Давайте найдем его в комментах. А вот и он, последний. Так, ник на сервере у него MetaGame. Давайте ответим ему. Поздравляю, вы выиграли автомобиль марки Bullet. Для получения приза зайдите на сервер или отпишите мне в ВК. Все, отправили. Так, первую булку красную мы разыграли, друзья. Поздравляю еще раз, MetaGame. Друзья, на сайте ВКонтакте я создал паблик для своего YouTube канала, как вы можете видеть. Публикую, короче, я сюда все свои видосики. Так что, друзья, если вы зареганы на сайте ВКонтакте, то можете вполне подписаться. Ну что, друзья, давайте теперь проведем конкурс на сайте ВКонтакте. Так, вот моя страница. Вот наш конкурс. Открываем его. И смотрим. Так, лайкнуло помимо меня еще 4 человека. Но репост сделал я один. Хотя, может, кто-то еще сделал репост, но... просто тут не отображается. Копируем ссылочку на этот розыгрыш. Так, заходим на сайт RandomAP. Это рандомизатор от сайта ВК, так что все будет по-честному и красиво. Вставляем. Только участники группы, конечно же, могут участвовать. И пошли. Так, два участника. Узнать победителя. Выигрывает, друзья, у нас Алексей Черный. Красава, парень! Сегодня на твоей стороне бог рандома. Друзья, давайте пройдем теперь к нему на страницу. Написать сообщение. Поздравляю, вы выиграли ТС марки Bullet на сервере Мир Дальнобойщиков. Для получения приза напишите мне свой ник на сервере и зайдите на сам сервер. Все, отправляю. Ну что, друзья, MetaGame уже зашел, сейчас я ему приз выдам. Так, езжай на пляж ЛС, я тебе приз выдам, сейчас он приедет, короче. Он тут проезжал, я видел, недалеко. Маловато онлайна в последнее время на моем сервере, но что уж тут поделаешь, я-то его не пиарю. Ладно, друзья, тут я на паузу поставлю, подождем его. Ну что, друзья, тпшнул я к себе первого победителя. Давай-ка передадим ему булку и поздравим его. Поздравляю. Так, поздравляю.
А теперь давайте-ка передадим ему булку, друзья. Так, В. Первая, по-моему, красная. Так, продать машину, продать игроку. ID 0. Цена 1. Все, передали ему машину. Так, еще раз поздравляю. А я ему черную передал, блядь, не ту передал. Ну да ладно, перекрасить можно. Говорит, побольше подписчиков и всего самого наилучшего. Спасибо, парень. Удачи, так. Удачи на дорогах. Удачи на дорогах. Так, ждем, короче, второго победителя. Ну что, друзья, почти приехали мы к месту загрузки. Давайте загрузимся. Так, даем сигнал воздушный и пошла загрузочка. Зашел и Найк Котов на сервер. Давно его не было, это мой заместитель, если кто не в курсе. Так, все, загрузка окончена, друзья. Поехали на разгрузку. Вот так, аккуратненько развернемся. Поломаем фермерам немножко заборчики и поехали, друзья. Так, все, друзья, едем в сторону разгрузки. Кстати, тут надо аккуратненько выехать, чтобы груз не побить. Кстати, друзья, на этой компании можно прокачать себе левел. Так, называется эта компания Газком, тут есть рейс с телевизора. Берете его, он короткий, можно прокачать нехило себе левел. Это для тех, кому нужен левел. Так, ладно, поехали дальше к месту разгрузки, тут уже недалеко. Ну что, друзья, пригнали мы консервы в портовый городок Байсайд. Давайте найдем место разгрузки теперь. Так, а вот и место разгрузки. Даем сигнал воздушный и дождемся, друзья, разгрузки. Ну что, друзья, фуру мы разгрузили. За этот рейс мне дали 30 тысяч рублей. Плюс за то, что я принес целый груз, мне дали дополнительное очко опыта к уровню персонажа, также премия в 25%, это 6250, итого 36250 рублей я заработал. Ну ладно, друзья, еще раз поздравляю всех победителей. Кстати говоря, второй победитель так и не зашел до сих пор на сервер, но когда он мне напишет в контактах, напишет свой ник, я ему выдам приз обязательно. Те, кто не выиграли, друзья, не обижайтесь, я сделаю еще конкурс к Новому году, мы еще что-нибудь разыграем. Ну ладно, друзья, тут мы будем прощаться. Кому понравился видосик, ставим лайк, кому нет, ставим дизлайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите обязательно свое мнение в комментариях. Всем удачи и добра, всем пока.